Сейчас я не сгодил, мы продолжаем проходить уровень зоны за Walking Dead сезон 2, это 4 эпизод, мы зоны 3 героя, поехали. Мне кажется, последняя серия, потому что, мне кажется, сезон уже на конце, и, ребят, прошлая серия Ребекка родила ребенка, да. Вот так вот. И сейчас, как я понял, холод, ребят, и потом будет последний эпизод, но уже назад пути нет. Вот идем, короче. Ой, Ребекка падает. Не хватит отсориться, здравия. Ой, что-то я опять плохо. Что? Он опять на русский говорит. По-русски говорит. Ну, блин, по-русски говорит, что за бред. Так, ладно, привет. Правда, сестра. Чё? Что по-русски? Чего вы по-русски говорите, ему?
Что такое? Ё-моё, Ребекка в зомби превращается. What the fuck? Что? Это все? Вы что, шутите? А, окей, а что дальше будет? Как-то, окей. Капец, ребят. Ну, этот эпизод мне понравился. Я очень быстро прошел, где-то за день-два дня. Надеюсь, вам понравился этот, ну, просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравился вообще этот эпизод. И следующий эпизод у нас последний по названию «Назад пути нет». Ладно, надеюсь, вам понравился этот видео. Подписывайтесь, лайк, сабонируйтесь, подписывайтесь, всем пока.